Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Даям Гопиджано Самаюктам Биндаванам Манохарам Ванша-калпатару-ваша-кипа-синду-бевача Патитананг павуне бхавишна вибхьо намо намаха Муканкароти-вача-ланг-пангунг-ланг-хайти-гирам Ят-кипа-тамханг-банде-парама-нанда-мадвам Бринда-вай-тулси-деп-вай-пи-я-вай-кеса-васача Шна бхакти паде деви сатва ваттвай намо намаха Нараяна намаскитта нарам чайва нараттамам Девинг сарасватинг вясам тато жайо мудире Санкиртане кришна катха упадеше Гаурия патрасья пракасане ча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тиртас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Виттатихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранарвиндам Ят-пад-паллава-накачанда-мани-чатая Виспур-жита-кем-пи-габа-ва-ту-шу-адарши Пур-на-нурагра-са-сагра-сара-мурти Сарадхи-ка-ма-и-ка-да-ки-па-ан-ка-ро-ши Шри-кришна-чайтанна-прабху-нитта-нанда Шри-ад-дайта-гада-дхар-сива-садихи-гаура-бхакта-винда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Си Адвайта Гададхара Сива Садихи Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджануламмита бхужау канука бодату Санкиртанай капитару камала йотакшу Вишамбару диджабару джугадхарма палу Банде джагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дадаси Ниттам Бхуктин ча муктин ча дада синитам Бхаван рупе на сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара вибуши табам бхагам Нараяно прияманангу мадапхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джушва Бадане Лакшмир Джаша Чавакшаши Джасьястехидая Самбид Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рам Рам
Наиватмано прабхурайам нижалабхупурно манам жана давидушо каруно бините жад жад жано бхагавате видади томанам тачатмане патимукхаша жатамукхаси наиватмано прабхурайам нижалабхупурно манам жанада видушо коруно бините жад жад жано бхагавате видади томанам тачатмане пратимукхаша жатамукхасри. Гаурия Гоштхипати. Гаурия Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамахамса Джагангуру сказал, каждый знает, что мед можно извлечь из цветка. И для этого необходимо пчела. Шрила Прабхупада сказал, что все мы хорошо знаем, что мед можно получить только при помощи цветов, при помощи пчел. Никто, кроме пчел, не может сделать это. Мы с вами сделать это не сможем. Если я вам сейчас принесу огромное количество цветов, дам какие-то инструменты, какие-то приспособления, гриндер, сможете ли вы получить мед? Нет. Это могут сделать только пчелы. Не каждый знает, что также в цветах содержится и яд. Этот яд собирают другие насекомые. На Бенгале мы называем их лутакрит. Так вот, пчелы собирают нектар, собирают мед, а эти насекомые собирают яд. Пчелы не нуждаются ни в чьей помощи. Не нуждаются в помощи лутакрита. Они сами по себе способны собирать мед. Точно так же в случае баджана, чистые преданные собирают мед из разных шастр. Санатана Госвами Пад, Рупа Госвами Пад, кто написал эти строки? Здесь говорится о Госвами, которые которые из всех шастр извлекли нектар, но мы настолько глупы, что даже после того, как они проделали всю работу и предоставили нам самый нектар, мы не готовы принять его. Они спахтали океан шастр и получили сливки, сливки, которые преподнесли нам, но мы не принимаем их, мы не способны понять даже суть сути. Тем же самым занимался Бхактивинода Такур. Что делал он? Он из этого нектара, который собрали шесть госвами, извлек еще более сгущенный экстракт.
и дал нам Джайва-дхарму и другие писания. Мы настолько удачливы. Все, что нам нужно, просто в точности следовать Шриле Бхактивинода, Бхактивинода Такуру. Когда Прабхупаде было 46, как мне сейчас, или 42 года, если посмотреть на Прабхупаду, казалось, что ему 90 лет. Ну, простите, 64. Прабхупад говорил, все вы обещали мне, что будете совершать баджан, а теперь обманываете меня. Вы обещали, и поэтому я дал вам дикшу, а теперь вы обманываете меня. Итак, Прабхупада, Бхактивинода Такур, вся наша Гуру Варга предоставила нам все, что, все, в чем мы нуждаемся, и все, что нам нужно, просто вновь и вновь, вновь и вновь пытаться следовать им и установиться в Ачаране Гауранги Махапрабху, хотя я знаю, что это очень сложно. Прабхупад говорит, если вы сможете сделать это тождественно тому, что вы стали настоящим проповедником. Гуру Кешава Дас Бабджи Махарадж никуда не ездил на проповедь. Он всегда был в одном месте. Однако он является выдающимся проповедником, потому что Ачаран — это самое главное. Даже если вайшнав не ездит на проповедь, он свое могущество, его могущество исходит от него на и может достигать, то есть шлока, с которой сегодня начал, очень важна. Шрила Прабхупада Махарадж говорит Нарсингхадеву. Прахлад Махарадж — один из 12 махаджан. Вы хотите получить амриту, не так ли? Иначе зачем вы пришли сюда? Но как? Как ее получить? Все сейчас думают, что совершает баджан. Они поют, громко поют Хари Кришна. Но действительно ли так просто получить амриту? Нет, нет, это долгий путь. Необходимо следовать в точности, следовать определенному процессу. И если вы будете делать это, я гарантирую, что вы сможете обрести амриту. Но часто преданные впадают в замешательство. Они не понимают, кому и как следовать. То есть часто проповедники говорят разные противоположные, казалось бы, вещи. На самом деле мы должны следовать не правилам общества, потому что общество в действительности материально. Даже пусть это духовное общество, оно... Мы должны следовать Гауранге Махапрабху. Для чего создается общество?
это общество само собой должно образовывать мост, при помощи которого я смогу переправиться в мир трансцендентный. То есть общество — это временный мост, при помощи которого люди будут получать контакт с чистыми преданными. Но если это общество создается с грязными намерениями, в нем нет никакого смысла. Во время читания Махапрабху были тысячи, тысячи преданных, бесчисленное количество. Всего однажды Махапрабху посетил Махараштру, где сейчас находится современный Бомбей, Мумбаи. Возможно, он провел там 40 минут или час, но по сей день там есть преданные, которые помнят о Гауранге Махапрабху. Я не могу сказать, что происходит в настоящие дни, но еще не так давно люди помнили о Махапрабху там. Так вот, во время Махапрабху было бесчисленное количество преданных. Но не вставал вопрос о необходимости создания организации. Почему, казалось бы, ведь столько преданных, преданные приходили из разных уголков Индии. Они говорили на разных языках, приходили из разных сословий, но не вставал вопрос о создании организации. Почему? Потому что они уже были организованы. То есть для чего создается организация? Для того, чтобы организовать процесс служения Махапрабху. Но они уже между собой были организованы. Как, к примеру, наша Гуру Варга, Шрила Бхактипраджна Кешава Госвами Махарадж, Шрила Бхактипраджна Сидхартха Госвами Махарадж, они уже организованы. Зачем их организовывать? Зачем им организация? То есть преданные все свои усилия направляли на один ключевой центр, на то, чтобы удовлетворить читание Махапрабху. Как я говорил несколько дней назад, если я буду говорить грубые слова, но Кришна будет доволен этим. Браджаваси так делают, и даже панды порой используют грубые слова. Даже по отношению к панде они ругают Джаганатха, когда Джаганат не хочет ехать во время Радхаятры. И это их баджан. Это доставляет удовольствие Господу, Джаганатхе, Кришне. К примеру, когда мы покупаем новую одежду, мы должны ее постирать. То есть покупаем новый дхоти, должны его постирать. Но панды порой, не стирая, предлагают напрямую Джаганатху. И казалось бы, это неправильно, и так делать не нужно. А один преданный подумал, что ведь это неправильно, так делать не нужно. И тогда ночью, то есть он ничего не сказал даже, он просто подумал. Тогда этой же ночью Джаганат и Баладев пришли к нему и побили его по щекам. Они били настолько сильно, что когда он проснулся и взглянул в зеркало, все его лицо было опухшим. И потом было стыдно выйти на улицу. Джаганат и Баладев сказали: «Кто ты такой, чтобы выискивать ошибки в служении моих панд? Они мои личные севаки, мои личные слуги. Что бы они ни делали, я доволен этим». Так вот, это и есть бхакти. Если мы будем декламировать веды, ом намо бхагавате васудевая, но Кришна не будет доволен этим, то эта деятельность к бхаджану относиться не может. What I can do by exhibiting tapasya, astuities. If Krishna is already satisfied with
что я могу, чего мне добиваться тапаси, если Кришна уже доволен мной? Можно пойти в Гималайи и совершать там уединенные баджаны, аскезы, но будет ли Кришна этим доволен? Если Кришна не будет доволен таким моим баджаном, то какой в нем смысл? Если я по пять раз на дню буду принимать омовение в священных водах Ганги, если я буду очень с высокими стандартами готовить для Кришны, если у меня бхакти в сердце нет. Вспомните, Яшода Ма никогда не повторяла Харинам, прежде чем будить, то есть имеется в виду, что она, казалось бы, не соблюдала самые простые стандарты, когда в своей заботе о Кришне, но ее служение есть бхакти. Люди могут критиковать. Со стороны может казаться, что преданный ведет себя неправильно, но если в сердце этого преданного бхакти Господь доволен им, и автоматически высшая цель достигнута. Бхакти — это когда все, что бы я ни делал, направлено на удовлетворение Господа. То есть все, что окружает нас, должно быть направлено на Господа. Все мы должны задействовать в служении. То есть даже наш сон мы должны посвятить Кришне. Шлока, с которой я начал, очень важна. В ней Прахлад Махарадж говорит Нрисингхадеву. Ты совершенен. Бхагаван абсолютно совершенен. Несмотря на то, что у нас, может быть, много денег, имущества, мы все равно не полноценные. Почему? Потому что по сей день мы не достигли лотосных стоп Нитянанды. Лишь они даруют полное удовлетворение. Потом уже речь идет о горе. То есть сначала наша главная цель, наша цель, на которую мы должны быть направлены, это лотосные стопы Нитянанды. Слово «пратиштха», если я разделю его на два слога, пра плюс штха. Пратиштха бывает двух видов, и один, мы стремимся к первому, к тому виду пратиштхи, который одобрен Господом. Мы не хотим дешевой славы. Я не хочу пожертвований, мне не нужны гирлянды. Мои пранами — это ваше внимание, это то, что вы слушаете харикатху. Мы можем купить много фруктов, цветов и так далее, но какой смысл? Одна матаджи все время у меня спрашивала, что, Махарадж, мне купить вам? Что мне вам купить? Я однажды уже не выдержала и сказала, как в шутку, ну, купи мне орехов. И она принесла столько, что она не поняла мое настроение, то есть, ну, и она принесла столько орехов, что я за год не мог бы столько съесть.
Bhagavan need not depend upon somebody for something. Even all information. Итак, Бхагаван не зависит ни от кого, ни от чего. В то же время Он знает все, что происходит в этом мире, и в то же время Он может. Находиться одновременно в нескольких местах. И Бхагаван, знаете, вот, допустим, сейчас 4 часа, и Бхагаван знает, что в какой вселенной происходит, в бесчисленных мирах. Кто молится, кто где ползет, какое насекомое. Потому что Он всеведущий. Даже знать, что происходит в вас, внутри вас. Вы думаете, что вам нужно достигнуть лотосных стоп Господа, но вы уже их достигли, потому что в вашем сердце Его лотосные стопы. Вы, может быть, этого не осознаете. Что это вы ищете Его повсюду? Он уже внутри вашего сердца. Вы как слепые ищете Его вокруг, но Он внутри вас, в вашем сердце. Все, что нужно сделать, это отыскать Его там. Это возможно сделать при помощи слушания Харикатхи от Саду, Гуру и Вайшнавов. А на самом деле мы уже достигли лотосной стопы Господа. Осталось только осознать это. К примеру, золото содержится в определенных породах камней. И при помощи определенного процесса это золото можно извлечь. То есть с внешней точки зрения золото в камне, может быть, и не видно, но оно там содержится. Невооруженным глазом не понять, что перед вами золото. Вам кажется, что это обычный камень. Точно так же Бхагаван в вашем сердце, но вы этого понять сейчас не можете. Мой Гурудев, Сидда Махатма, я должен обрести Бхагавана. Такая твердая вера необходима нам. Вера в Харинам, вера в Бхагавана, вера в Гуру и Вайшнавов поможет нам. Но наша проблема в том, что стопроцентной веры у нас нет. Именно поэтому мы не можем совершить прогресс. Возможно, у нас есть даже 90% веры, но недостаток веры препятствует нашему прогрессу. Именно поэтому Бхактивинода Тхакур молится лотосным стопам Гауранги. Прабху, пожалуйста, устрой все так, чтобы мое бхакти каждую секунду возрастало. Откройте киртан, этот киртан. Вайшнава вишвас бритти. Я хочу врити, я хочу. Обрести ситхи, но речь идет о баджана ситхи, о ситхах, которые дают совершенство служения. Что? Ситхи, баджан ситхи — это значит сева ситхи, то есть возможность быть полностью погруженным в служение на протяжении 24 часов. Постоянно, постоянно быть сосредоточенным на Бхагаване. Чем бы вы ни занимались, что бы вы ни делали. Прабхупад говорил, я хочу принять прибежище лотосных стоп такого гуру, который
24 часа в сутки занят Харибаджаном. Так где ж, ну где же найти такого гуру? У вас есть глаза, при помощи которых вы сможете найти такого вайшнава? Они, такой вайшнав может быть, может находиться перед вами, но из-за своей слепоты вы невозможно, не можете увидеть его. Майя Деви ослепила нас. Из этого мы не способны видеть. Но тот, кто 24 часа в сутки совершает служение Бхагавану, является Сидда Махатма. Сидда не значит, что он может показывать фокусы, то есть имеется в виду совершать какие-то чудеса. Этим занимаются йоги, гьяни, у них есть ситхи, некоторых из них, но это не есть бхакти. Гуру и вайшнавы никогда ни о чем не просят Бхагавана. Все, что они хотят, это бхакти. Но чего мы хотим? Какой у нас девиз жизни в материальном мире? Все начинается с денег. Деньги, деньги, деньги. А время? Время — это деньги. Но наша Гуруварга говорит, время — это параматма. Парамартха. Если вы потеряете хотя бы одну секунду времени своей жизни без баджана, вот это действительно потеря. Если 10 минут из-за сатсанги вы потеряете 10 минут своего времени потеряете, вот это настоящая потеря. Кто знает, может быть, именно в эти 10 минут вам придется оставить свое тело. Но вайшнавы знают, как асатсангу превратить в сатсангу. Я как-то недавно говорил с юношей, кому-то всего 16 лет, он пришел в Гошалу и попросился жить там. То есть я не просил его, но он очень энтузиастично принялся служить. И однажды, когда я был занят, пришел один материалистичный человек, без приглашения, пришел и начал разговаривать с этим юношей. Why you come? Whereas you know that master who used that, you know, in Khichdi. In Khichdi, that I was very happy, very angry with him. Foolish, eh? You have no right to break brother of somebody. Anyway, what to do? I say, why you are coming? То есть пришел человек, который стал разговаривать с этим юношей, и я спросил, почему ты пришел сюда в это время? Ведь ты знаешь, что я в это время занят, и много, несколько часов они провели в разговоре с этим юношей. You have a mobile, you open the Harikatha, and now Harikatha, don't talk.
И Махараши говорит, что всегда можно выйти, найти выход из ситуации. То есть в той ситуации было так, что этот человек, ну, нельзя было прогнать гостя. И этот юноша был вынужден провести с ним какое-то время. Он сказал, ну ты же знаешь, что... Потом, после того, как он ушел, Махараш сказал юноше, ведь ты знаешь, что сейчас идет онлайн харикатха. Ты мог бы запросто включить ее на телефоне и сказать ему, смотрите, сейчас идет харикатха, нам не следует говорить, давайте будем слушать харикатху. И этот юноша сказал, да, это была моя ошибка, я не подумал, что можно так сделать. We have seen in the life of Guru Maharaj, somebody going to give something. Ah, what you bring? Give to me. After that, Guru Maharaj is saying, keep it. And keep it. For the satisfaction. Follow. So, Bhagavan not depending upon us, that I can give something to Bhagavan, then Bhagavan can take something and try to... Bhagavan абсолютно не зависит от нас. Он не нуждается в наших подношениях. Однако он приходит сюда для того, чтобы помочь нам, обусловленным душам, у которых нет связи с ним. Он приходит сюда, принимая форму гуру и вайшнавов, и помогает нам. Он также ест и спит, как мы. Но на самом деле он никак не может быть обычным человеком, подобным нам. Итак, Прохлад Махарадж говорит, ты совершенен, ты полноценен, ты ни в чем не нуждаешься, поэтому что нам дать тебе? Что мы можем дать тебе? Для чего мы подносим гирлянды для Нрисингхадева? Нуждается ли он? Нет. Для того, чтобы получить нам самим благо. Прохлад Махарадж говорит, Прабху, если кто-то делает тебе какое-то подношение, ты принимаешь его для того, чтобы помочь ему продвинуться, для того, чтобы его сознание прогрессировало. Преданные приносили иногда жареные орехи Махапрабху, и он был очень-очень рад им. То есть для чего делает это? Для чего это делает Господь? Для того, чтобы помочь прогрессировать обусловленной живе. Допустим, когда вы гневаетесь, очень гневаетесь, я поставлю перед вами зеркало, и вы увидите свое лицо. И тогда сразу же пропадет ваш гнев. Махапрабху плакал в Гамбире, слушая Харикатху Рай Рамананда и Сарабдха Мадара. Он сидел и размышлял, представляете, каково настроение Радхарани? Непостижимо. То есть они обсуждали лилы, и он, Махапрабху, размышлял, каково состояние Радхарани, какое настроение. И Сарабдха Мадара сказал, ты действительно хочешь увидеть ее настроение? Да, я хочу. Тогда Сарабдха Мадара взял зеркало и поставил прямо перед ним, чтобы Махапрабху увидел свое отражение в нем. Прабху так разгневался, он взял его и выбросил. Я саньяси. Глупец. Саньяси не должен смотреться в зеркало. Ну, Прабху, ты же хотел увидеть настроение Радхарани. И для того, чтобы исполнить твое желание, я был вынужден использовать зеркало, принести зеркало.
Прахлад Махарадж говорит, если то есть ваше настроение может отразить зеркало. Прахлад говорит, что делать что-то для гуру и вайшнавов — это все равно, что поставить перед собой зеркало. Мадхавендра Пурипад, то есть Бхагаван полностью, абсолютно ни в чем не нуждается, он полноценен. Мадхавендра Пурипад никогда никогда ни у кого не просил пищи. Лишь когда кто-то из Браджаваси приносил ему молоко, он принимал. Но как же он мог вести такой образ жизни? Потому что он был полностью связан с Верховным Господом. Мы хотим увеличить наше крошечное сердце до бесконечности. Сейчас в нем дети, муж, члены моей семьи, отец, мать. Им там достаточно места, но для того, чтобы поместить туда Мадхава Госвами, Бхактивинода Мадхава Госвами Махараджа, то есть сердце Мадхава Госвами Махараджа настолько огромно, что он может поместить там весь мир. Чистый саду готов отдать последнее. Его сердце огромно. Но часто люди не понимают сердце чистого преданного. То есть, сколько бы мы почтения не выражали, сколько бы служений совершали Гуру Вайшнавам, мы получаем это взамен, то есть как отражение в зеркале. Если я... Люди со всего мира приезжали, чтобы получить даршан Шрила Сридхара Госвами Махараджа, Шрила Бхакти Прамадпури Госвами Махараджа. Почему они делали это? Они что, сумасшедшие? Тратили кучу денег, чтобы получить их даршан? Нет, они делали это неспроста, потому что, приходя к ним, они получали в ответ. Мой Гуру Махарадж так любил, обладал такой глубочайшей любовью к Кришне, что все, кто приходили к нему, получали взамен то, что приносили с собой. Прахлад Махарадж говорит, невежественные люди. Тут речь идет не о материальном образовании. Возможно, они были очень образованы. Возможно, то есть джива может получить образование, человек может получить образование. Но тут Прахлад Махарадж говорит о невежестве, о настоящем невежестве, то есть непонимании атма-таттва, непонимании, кто я. Each and every
Так вот, во время читания Махапрабху не было никакой необходимости создавать организацию, потому что целью каждого преданного было удовлетворить Махапрабху. Он был центром их жизни. То есть у них был один единый центр, центр жизни. Если бы так было у нас, если ваша цель — достать удовлетворение Гауранги, если моя цель такова, то между нами не возникнет никаких противоречий, нет необходимости в каком-то механизме, который бы упорядочил, организовал наше служение. Но если появляются другие интересы, именно это и создает препятствие в баджане, в служении. Поэтому появляются разногласия и споры. Когда люди начинают спорить, ссориться, когда появляются разные центры, разные интересы, например, при помощи циркуля можно очертить окружность. Можно, держа иглу в центре круга, провести много параллельных, то есть много кругов, которые будут увеличиваться по диаметру. И даже если вы на секунду двинете иглу, получится, то есть один круг наедет на другой круг. Но если центр останется прежним, можно хоть сколько кругов нарисовать. Хоть сколько кругов начертить. Это проблема, которая, с которой столкнулось общество в современном мире. Интересы одного общества наезжают на интересы другого и так далее. Как только вы сможете ясно понять, кто вы есть, уйдут абсолютно все проблемы. Потому что как только придет это осознание, сразу же вы поймете, что вы должны делать. Предположим, последние несколько лет вы были в коме. Может быть, произошла какая-то авария или что-то, и вы провели в коме эти годы. Постепенно, при помощи лечения, вы пришли в себя, и память вернулась к вам. Перед вами ваша дочь. Вы очень любите ее. Точнее, память не вернулась к вам. Просто вы пришли в сознание. Перед вами дочь, которую очень любите, ваша жена. Но вы их не помните. Соответственно, и любви не чувствуете. Но, в общем, как только память вернется к вам, вы тут же осознаете свои обязанности. То есть перед вами ваша жена, ваша дочь, я ее отец. Значит, если я ее отец, я должен о ней заботиться, у меня есть определенные обязательства. Так вот, как только вы вспомните, что вы слуги Кришны, немедленно вы поймете, что нет никаких других обязанностей, кроме служения Кришне. Единственная моя обязанность — это служить Ему. И, соответственно, все проблемы, которые, возможно, были в вашей жизни,
отпадают. Но проблема в том, что у нас этого сознания нет. Мы ставим тилок, в руках у нас мало, повторяем харинам, но все это внешнее. Все это внешняя показуха. А внутри мы не достигли совершенства. То есть процесс, который мы совершаем, не... несовершенен. Так вот, татва-гьяна, в которой мы так нуждаемся, не где-то вовне. Нам не нужно ехать куда-то, чтобы приобрести ее. Она внутри нас. Татва-гьяна, то есть понимание, кто я. Нам не нужно ехать в Россию, Америку или куда-то еще, чтобы купить ее. Нет, она в нас. Но мы как глупые, как слепцы, пытаемся найти ее где-то вовне, как будто бы с закрытыми глазами пытаемся нащупать ее. То есть что есть баджан? Баджан — это... процесс, при помощи которого мы можем осознать, кто я. Атма полна знания. Атма самосияющая. То есть от нее исходит сияние. Она Пракаш мой, Ананда мой. Вы повсюду ищете Ананду, ищете счастье. Глупые, она в вашем сердце. Ананда уже в вас. И как только вы осознаете, что... У вас уже столько ананды, что когда вы обретете это осознание, она будет бить из вас ключом. То есть все в вас, все, что необходимо осознать это. На этом я должен сейчас начать. Несмотря на то, что я говорил о учении Чайтанья Махапрабху, но я хочу приступить к нашей теме. Последнюю картику, затем месяц Пурушоттама, мы говорили на одну тему. Последнее учение. Кришны Удаве. Учение Кришны, которое он поведал Удаве. Сейчас я хотел бы чуть-чуть вернуться назад, для того, чтобы, то есть чуть-чуть напомнить вам о том, что мы уже прочли. Итак, Бхагаван Шри Кришна даровал нам абсолютное учение, Бхагавата Дхарму. Он поведал это знание Удаве Махараджу. И для чего он делал это? Я хочу напомнить вам. Кришна хотел покинуть мир, он хотел вместе с Кришной. Он хотел покинуть мир вместе с Кришной, и он не хотел оставаться здесь без него. Кришна спросил, ты действительно обладаешь любовью ко мне? Да, конечно, я не могу оставаться здесь без тебя. На это Кришна сказал, если ты действительно любишь меня, ты должен выполнить мое наставление, сделать то, что я говорю тебе. То есть настоящий преданный будет исполнять желание Кришны, но не свое желание. Удава был поражен, услышав слова Кришны. Он думал, что он не выдержит разлуки с ним. Кришна говорил, сказал, после того, как я покину этот мир, Кали придет в этот мир и начнет создавать огромное количество препятствий людям. Я хочу, чтобы ты стал ачарьей.
Ты должен обучать людей. Сейчас ты плачешь, но некоторые думают, что просто готовить Гурудеву или стирать одежду Гурудеву — это и есть настоящая Гуру-сева. Но на самом деле у Гуру-севы существует внутреннее значение. Гуру-сева означает исполнять желание сердца Шри-гуру. Вспомните, во время ванданы мы повторяем эти строки. Приштхая — это тот, кто очень близок и дорог. What was the desire of Chaitanya Mahaprabhu? It was established by Rupa Goswami Pas, one of all everybody, yeah, tried in different manner, according to the desire of Mahaprabhu. Sloka is for Rupa Goswami Pas, but Sri Chaitanya Manavishtam Sapitam, you know, but we are speaking in mantra. Namam Vishnu Padayo, Gaura Prasthayo, Bhutale. Мы каждый день повторяем эти строки. Произносим их. Все вайшнавы приходят в этот мир для того, чтобы исполнить трансцендентное желание Гауранги. Также и у Гурудева есть желание. У каждого вайшнава есть желание, но оно не материальное, а трансцендентно. Его желания не такие, как у нас. Это нам хочется машины, кондиционеры и так далее. Их желание трансцендентно. They are coming to establish all the acharan, idealism, siddhanta vichar, everything in the material world. Means they like to preach by doing acharan themselves. If I myself are not doing acharan, my harikatha can be Они проповедуют при помощи ачарана, своим собственным примером. Они осуществляют проповедь. То есть если преданный будет говорить только лекции, только говорить, но не следовать, в его речи не будет силы, которая необходима для того, чтобы произвести определенную реакцию в сердцах слушателей. Если долгое время вы слушали харикатхону, и спустя какое-то время кто-то ввел вас в заблуждение, кто-то обманул вас, а вы поверили, это говорит о том, что вы по-настоящему харикатху не слушали. Прежде всего, нам необходимо занять нейтральную платформу, достигнуть нейтралитета, то есть беспристрастно относиться к тому, что окружает нас. They become angry with you. Ah, you're speaking this way. So, this is their devotional life. They are passing such remark, even I cannot speak to you. I feel shy. That kind of topmost title they like to give me. But when they hear my harikatha, after hearing absolute siddhanta vichar, some biasness was there. Surely I am
Были те, кто... То есть необходим нейтралитет. Если мы должны равно относиться к тем, кто хотят... нам добра и к тем, кто желает нам зла. Кто желает нам добра и желает зла. Итак, Удава, говорит Кришна, я хочу оставить тебя в этом мире как своего представителя. Я не вижу никого, кто смог бы справиться с этой задачей, кроме тебя. Так вот, исполнить желание сердца Шри Гуру и есть настоящая Гуру Сева. А не внешнее служение. То есть, что нам необходимо, это узнать, понять сердце Гуру Дева и действовать в соответствии с желаниями его сердца. Вишна Чакравати Такур подробно описывает это. Вишна Чакравати Такур пишет. Наша Гуру Варга также говорит об этом, что ученик Гурудев дает наставление одному своему ученику. Иди на рынок, купи такое-то тхоти. А он вместо того, чтобы идти самому, отправляет кого-то, кто младше него. Так вот, это не есть настоящее служение, потому что гуру попросил именно его, и если бы он хотел, чтобы это сделал другой преданный, он бы обратился к нему. Высший вид гуру севы, когда гуру не нужно просить, когда гуру не нужно ни о чем говорить, а ученик сам знает его сердце и исполняет желание, его желание. К примеру, это делали Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шрила Госвами Махарадж. Они знали, что хочет Прабхупад еще до того, как он скажет об этом. Один пример этому. Давно, когда еще не было телефонов, интернета, Винод Бабу, Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж отправил письмо Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада получил его. Простите, Шрила Прабхупада получил письмо, которое было направлено Винод Бихари, и Прабхупад по правилам сам читал письма, прежде чем это получат те, кто живут в Мадхе. Там было написано, что его мать оставляет тело, и его просит немедленно вернуться домой. Шрила Прабхупада немедленно позвал его. Винода все время был занят служением. Когда Прабхупад его позвал, он немедленно примчался к нему. Прабхупад, вы звали меня? Да, у меня есть грустные новости для тебя. Тебе нужно немедленно вернуться домой. Твоя мама очень больна. Она хочет увидеть тебя. Отправляйся немедленно. Собирай сумку и езжай.
Кешава Госвами Махарадж не сказал ни слова, предложил поклоны и ушел, и вышел, вернулся к своему служению, продолжил совершать служение, так и не уехал домой. Вечером, когда Прабхупада увидел, что Винод Бабу до сих пор в Мадхе, что Винод Бабу стоит на арати, после арати он сразу же позвал его, спросил: «Ты что, домой не поехал? Я же сказал тебе, ты должен поехать. Почему ты не уехал?» Тогда Винода начал плакать. «Прабхупада, вы хотите таким образом проверить меня? Вы хотите проверить мою любовь к вам? Хотите проверить мою искренность? Зачем вы говорите мне такое? Я знаю ваше сердце. Я знаю, что вы не ваше сердце не позволит мне поехать домой. Тем самым просто проверяйте меня, говорите: иди домой, иди домой, езжай домой, езжай домой, твоя мать больна. Это говорит о том, что Винода по-настоящему находился в садусанге, то есть он познал сердце Прабхупады. Удава был слишком привязан к Бхагавану, чтобы... То есть и поэтому ему было сложно согласиться с желанием Кришны. Кришна настаивал, и тогда Удава сказал: «Я хочу услышать твои последние наставления, хочу услышать о Бхагавататтве от тебя». «Но ты же уже все знаешь», — сказал Кришна. «Нет, я хочу, прежде чем ты покинешь этот мир, услышать ее от тебя». Это и есть то, что сказал Кришна, вошло в... Это произведение, в то, что мы читаем сейчас, последнее наставление Кришны Удаве. Krishna not acting as guru. Krishna not giving initiation to him. Krishna like to arrange the initiation procedure through Balaram. Guru, Balaram. Krishna is a Chaitanya Mahaprabhu, don't like it. It is not the duty of Krishna to give initiation. It is not the duty of Gauranga Mahaprabhu. It is the duty of Nityananda. You can find so many disciples of Nityananda. It is the duty of Balaram. But still, Krishna or Gauranga Mahaprabhu is the original guru. It's right. Krishna и Гауранга Махапрабху изначальные гуру. Все берет свое начало в них. Прежде чем покинуть материальный мир, Удава Махарадж, прежде чем Кришне покинуть материальный мир, Удава Махарадж никак не мог принять его уход. В 12 главе Бхагаван объясняет, что есть чистая преданность. Бхактивинода Тхакур использовал определение Гауранга Самадж, адресуя его к преданным Гауранге. Самадж означает общество. Но я думаю, что представления об обществе несколько разнятся. Представление... Вы слышали Саджан Тошани?
Надия Пракаш. Это публикации, которые Бхактивинода Тхакур выпускал на протяжении своей жизни. Однажды один значимый, уважаемый в обществе человек пришел к Бхактивинода Тхакуру и предложил ему сделать некоторые послабления в практике преданных так, чтобы каждый мог принять, чтобы каждый мог начать Гауранга Бхаджан. Но Бхактивинода Тхакур категорически был не согласен. Он сказал, мы не можем пойти на это, потому что тем самым эти люди осквернят Намахату. Намахата — это то место, где чистые преданные говорят Харикатху, совершают киртан. Я не могу позволить людям осквернить Намахату, священное место, где звучит Харикатха. Поэтому Бхактивинода Тхакур сказал, лучше пусть моя гашала пустует, пусть в ней не будет коров, чем она будет полна бешеных коров. Я не позволю бешеным коровам войти в свою гашалу. Пусть лучше она пустует. И таким образом, Бхактивинода Тхакур никогда не позволял людям с корыстными интересами войти в общество гаудиев. Конечно, тем, кто, может быть, еще не был совершенен, но был искренен, Бхактивинода Тхакур... Бхактивинода Тхакур принимал таких. Бхактивинода Тхакур говорил, в Хари Бхакти Виласе, в даются ясные правила по поводу того, кто может стать учеником, а кто может стать гуру. Но в наши дни эти правила мало кого интересуют. Именно поэтому мы привлекаем в наше общество ослов и обезьян. Бхактивинода Тхакур говорит, что если качество, понизить качество, то все в конце концов, весь процесс, все уйдет, сойдет на нет. Необходимо поддерживать стандарты, в какой бы отрасли вы ни находились. Если вы станете пренебрегать ими, это будет неизбежно способствовать деградации. Хотя нам известны случаи, чудеса, когда
к примеру, Рассикананда смог изменить сердце бешеного слона. Дал ему харинам. Гауранга Махапрабху, встречаясь с дикими животными в лесу, также наделял их бхакти. Да, чудеса бывают, их могли совершать Бхактивинода Такура и Прабхупада, но это исключительные случаи. То есть стандарты необходимы, но, тем не менее, бывает и в этих случаях исключения. В Ману Самхите говорится, что каждая женщина должна находиться под контролем, под присмотром мужа, старшего брата, жены, мужа, отца, сына. Когда я говорю об этом, многие матаджи злятся, гневаются, но я обладаю любовью ко всем вам, и поэтому я вынужден говорить правду. И из-за своей любви, поскольку я люблю вас, у меня есть право бить вас, ругать вас. Прабхупада объясняет, что те, кто своих учеников направляет не туда, на самом деле не учителя, а их враги. Очень редко по уникальной милости читания Махапрабху человек может получить возможность услышать абсолютную истину. Но 99,9% людей следуют обманщикам, идут не туда. Следуют тем, кто на самом деле ведет их не верным направлением. Итак, Бхагаван говорит, если ты любишь меня, ты должен исполнить мое наставление. Вы можете послушать нашу харикатху. С месяца Пурушоттама и углубиться. Удаво вели в замешательство наставления Кришны. Они казались ему абсолютно противоречивыми. Каковы намерения Кришны? Что стояло за его желанием? Он хотел сделать ачарью Удаву, но при этом еще кое-что, что он, о чем Кришна не говорил Удаве. Он думал, Удава мой самый дорогой, близкий, преданный. К примеру, это можно сравнить с тем, что если Гуру Махарадж любит меня, он явно мне не будет давать деньги, богатство, собственность.
Он даст мне такое сокровище, которое ни один вор не сможет похитить. Бхагаван часто повторял, я и Удава не отличная. Удава выглядел как Кришна. Он говорил, нет ни капли различия в нас. Он говорил, я — это Удава, Удава — это я. Настолько он любил его. Поэтому он хотел вручить Удаве сокровенное гопи прему. Он не говорил об этом Удаве напрямую, но его сокровенным желанием было именно это. Very interesting. You can forget your life. You stay with me. Очень интересно. Вы забудете, забудете обо всем. Оставайтесь со мной и будем вместе наслаждаться Харикатхой.